Всем привет! Это обзор и распаковка игровой приставки Sony PlayStation Portable. Цвет Piano Black. Модель 3008 Slim and Light. Ну вот так выглядит сама коробка, в которой поставляется PSP. Ну тут написано про импортера в России, Sony Electronics. Так, ну все написано, артикул, игровая приставка PSP 3008, рус черный. Цвет Piano Black, черный лак. Ну вот, приступим к распаковке. Так, первое у нас это гарантийный талон на приставку. Далее зарядное устройство. 5 ватт, 1500 миллиампер. Запечатан. Далее мануалы, руководство пользователя, PlayStation Network. Ну, написано, как зарегистрироваться, как загружать. Вот так. Ну и, собственно, сама консоль. Скажу сразу, аккумулятор мне вставили еще в магазине, когда я просил продавца показать мне прошивку на этой приставке. Она у меня 6.30. Ну вот, собственно, и сама консоль. PSP 3008 Slim. Ну что, можно пройтись по кнопкам. Так, крестовина. Аналоговый джойстик, которым управлять в играх. Ну, стандартный крестик, квадратик, треугольный, кружок. Здесь у нас находится кнопка включения-выключения. Вниз блокировка. Так. Это старт, селект, гром, выключение звука, управление подсветкой, лого PSP. Громкость громче и тише. Кнопка PlayStation, и он также выполняет роль выхода из игры. Здесь у нас находится разъем USB микро. Для крепления камеры два разъема. WLAN, ну, чтобы играть. Ну, это триггеры. L, R. UMD дисковод. Так. Также к ней я приобрел карту памяти на 4 гигабайта с адаптером. А, также разъем memory stick, куда вставляется карта памяти. Так. Также к ней я купил три игры. Первая игра — это Dante's Inferno. На нее, наверное, сделаю видеообзор. Все мануалы, все присутствует, инструкция на русском. Далее я приобрел God of War Chains of Olympus. Platinum версия не была обычной, их уже, наверное, не выпускают. Ну, также мануал, все тут есть, присутствует на русском, инструкция. Сама игра на английском языке. Также я приобрел God of War Призрак Спарты. Отличная игра, говорят. Также мануал. Еще бонус. Как получить костюм Деймоса для God of War 3. Но это только для владельцев PlayStation 3. Включим консоль.
Ну и вот так выглядит меню. Подсветочку сейчас подкорректируем. Ну, вот так выглядит меню. Так выглядит у нас менюшка. Сеть, игра, видео, музыка, фото, настройки. Ну, ничего здесь нет, потому что PSP новая. Сейчас покажу вам игровой процесс. Ну, возьмем, например. А, кстати, мне еще в подарок дали аркады Midway. Ну, тут тоже мануал. Там игры Mortal Kombat 1, 2, 3. Ну, еще там автоматные игры от Midway. Ну, посмотрим God of War, Ghost of Sparta. Вот так вставляются диски. И сейчас будет загрузка игры. Вот так выглядит загрузка игры. Сделаем погромче. Вот так грузится диск. Выбор языка русский. Призрак Спарты стал одним из олимпийцев, бог войны. Он пролил реки крови, арес пал от его руки. И все же, несмотря на весь блеск и величие Олимпа, Кратоса терзали воспоминания о своей прежней жизни смертно. Заставила Кратоса отправиться на поиски ответов, сокрытых в храме Посейдона в городе Атлантиде. Ну и вот сейчас будет геймплей игры.
Ну, вот, собственно, так и выглядит игра. Игровой процесс на Sony PlayStation Portable. Всем спасибо за внимание и до свидания.